мы возвращаемся в матч. Это у нас будет третий тайм между командами Sweet Dreams и Revival. У нас произошли технические неполадки, как обычно. В общем, ничего не может пройти нормально. Счет у нас 3-3. Это у нас третий тайм матч за третье место. И сразу же у нас идут Sweet Dreams в атаку. Купин поднимает, прокидывает. Ламборджини может пойти в давку. Общиха пытается вывести команду из дефа, но в итоге залетает между двоих голы. Это у нас уже счет 4-3 в пользу Sweet Dreams. И сейчас может еще пятый залететь. Да, подлагивает у меня трансляция, не ожидал я, что я сегодня буду снимать матч. Да, так получилось, как хочется. А, 10 секунд у нас ПП. Возвращаемся мы в матч, пытается... Ох, и отличный повершот залетает между Карлосом и Апчика, и счет у нас становится 4-4. 4-4 у нас становится счет, возвращается Revival в игру. Купин поднимает, Карлос читает, но все равно мяч... Доходит до Ламборджини. Ламборджини попробовал дартить. Не получилось. У Купина не получилось пробросить по борту. Но сейчас Экс чуть ли не забил гол. Очень близко к нападающим играет Джей Джей. Да. Конечно, не так я себе представлял. Сегодня, к сожалению, все стримеры, кроме Лэмпорта, были заняты. И это еще и у Лэмпорта такая фигня приключилась. Он ушел куда-то, и в итоге стрим у него навернулся. Он, видимо, даже этого не увидел. Сейчас пытается у нас Revival выйти в атаку. Апчиха разворачивает Ламборджини. Купин выносит мяч вместе с Эксом. Так, у нас Лэмпорт покинул игру, но... Ладно уже. Это уже не важно. 2:30 у нас осталось до конца третьего тайма встречи. Счет у нас... 4-4, и сейчас Апчиха может забивать, и он забивает, счет у нас становится 5-4. В пользу Revival. Отбита Апчиха забивает с передачи Карлоса. Купин на Экса. Купин. Не получилось у него пробросить на Ламборджини. Карлос перехватывает мяч. И вот сейчас Абитапчик еще мог забить. Джей Джей пытался поднять. Не получилось. Отдал на Карлоса. Карлос дальше по борту. Купин возвращает. Ему назад возвращает Джей Джей. И сейчас вот ошибка от Джей Джея была очередная. И Ламборджини, в принципе, мог попробовать сделать повершот, но... Не было особо у него времени на это. Купин поднял, отдал между двоих и задел мяч Ламборджини. И 5-5 у нас счет. Отличнейший, красивейший гол. Забивает у нас Sweet Dreams. 5-5 у нас в матче. Экс. Джей Джей. Пытается. Сейчас ух, в продавку идет Ламборджини, и чуть ли мяч не залетает в ворота. Карлос страхует свою команду. Очень много сегодня Карлос выполняет полезной работы для команды. Он и голы забивает, он и страхует Джей Джея, который очень много идет борт в этом матче. На него это не похоже на самом-то деле. Экс. Делает расстрельную передачу на Ламборджини. Ламборджини мог забивать, но Джей Джей выручает команду.
Тем временем остается 40 секунд третьего тайма. Можно, если же за эти 30 секунд команды больше не забьют голов, то нас ждет золотой тайм. Все-таки выходит из депа Revival и пытаются перейти в атаку, но Купин все контролирует. 16 секунд. Джей-Джей ведет мяч в угол. И мяч отскакивает к центру поля. 10 секунд у нас остается до конца тайма. Апчиха прокидывает мяч в угол. Возвращает его Купин. Счет у нас остается 5-5. Золотой тайм. И сейчас у нас будет золотой тайм. Счет 5-5. И начинается у нас золотой тайм. Составы команд изменились. Вместо Ламборджини у нас вышел Реал Коноплянка на поле. Купим по борту. Неудачно. Да, подлагивает у меня запись, ребята. Уж извините. Я жил, сейчас могли забивать Sweet Dreams, но справились с этой продавкой Revival и пытаются выйти в контратаку. Передача на Карлоса побегает Чихи. Карлос не смог обработать мяч, попытался вернуть назад, но у него это тоже не получилось. Коноплянка. Коноплянка с Купиным сейчас очень сильно опасные моменты создают для Sweet Dreams. Sweet Dreams сейчас прижала Revival своей штрафной. Но вот попытка выйти Revival в контратаку. Джей Джей на Карлоса. Купин кидает в центр. Апчиха подстраховала, правильно сделал Джей Джея. И вот сейчас Карлос мог идти в продавку, не успевает он. Джей Джей поднимает. Апчиха все равно не могут выйти в позиционную атаку Revival. Мяч или в центре поля, или в штрафной. Так. И в итоге у нас происходит возня в центре поля. Апчиха угла пытается что-то придумать. Обита Апчиха идет в продавку. Не получается. Экс поднимает, отдает на Джей Джея. Джей Джей вернул мяч Апчихе. Апчиха с Карлосом отлично разыграли, но мяч идет не в створ ворот. Джей Джей между двух отлично отдает. И Revival достаточно уже долгое время наконец-то перешло в позиционную атаку. Купин. Ух, Купин, какая ошибка. И в итоге еще он сразу не выбил этот мяч, и счет у нас становится 6-5. Revival повел в счете. Джей Джей попытался прокинуть по борту. И в итоге Коноплянка пошел в продавку. Коноплянка. Отличный прострел был. И Экс мог замыкать, но повезло откровенно Revival. Опять отбивается у нас Revival. И сейчас Коноплянка вновь идет в продавку. Но не получается забить. И сейчас Карлос пытается выйти на ударную позицию, но Купин его опережает. И сейчас 3 в 2. Выходит Sweet Dreams, забивает Коноплянка. Счет у нас 6-6. 6-6 счет. Какой матч у нас происходит? К сожалению, уже не в прямой трансляции. Но вы этот матч увидите в группе сразу же после его окончания. Джей Джей дает на Карлоса. Обита Апчиха. Джей Джей на Карлоса. Отличнейшая передача даблом. И вот Обита может забивать, но Экс блокирует удар. Экс. Ничего, что-то не смог он придумать. Тут ошибка Джей Джей. Мяч отскакивает к центру поля.
Купин поднял, отлично отдал, но Джей-Джей сразу же возвращает его обратно к Карлосу, и Карлос идет продавку. Тут... Но в итоге это ничем не завершается. И вновь у нас мяч в центре поля. Но Джей-Джей его скидывает на Карлоса, Карлос делает повершот, но не долетает он до ворот. Счет у нас по-прежнему 6-6. Джей-Джей, Карлос. Карлос с коноплянкой в углу. Джей-Джей, отличный удар был, но Купин на месте. Обита Арчиха попытался также забить, но неудачно. Джей-Джей. На Купина. Экс. Экс делает повершот. Не точно. Но зато Свидримс переходит у нас в позиционную атаку. Идет Экс в продавку. Арчиха против него. И помогает Эксу коноплянка. Вдвоем против одного. Арчихи они были. Тут Карлос успевает все-таки. Ой-ой-ой. И тут сейчас отлично Экс поднял. И коноплянка может забивать, но нет. Мяч выскакивает из штрафной площади Ревайвал. Но сразу же возвращается туда усилиями Купина. И отличная передача на Экса от Купина. Но тайм заканчивается. И у нас... Возвращается матч. Это уже второй золотой тайм матча. Счет у нас 6-6. И сразу же Свидримс переходит в атаку. Очень опасный пас от Джей-Джея на Карлоса. Но тем не менее он прошел. И все же из дефа пока что Ревайвал не может выбраться. Идет Ламборджини в продавку. Реал Коноплянка сел у нас. Карлос продавливает Ламборджини. Купин сразу же возвращает Джей-Джей. Купин поднял, попытался отдать на Ламборджини, неудачно, со второй попытки вышло, и сейчас Экс может забивать, но не получается. И вот сейчас может еще одна продавка быть, и Ламборджини забивает, счет у нас 7-6 в пользу Sweet Dreams. И сразу же Ревайвал теперь уже идет в атаку. Пытаются они создать опасный момент. Пока что не доходят передачи. Но вот сейчас, возможно, Агита Арчиха что-то придумает в углу. Карлос. Джей-Джеем отличный повершот, но мяч попадает в штангу. И вот сейчас Эксу это ошибка, наверное, Джей-Джея. Но Джей-Джей чудом не проиграл борьбу мистеру Эксу и... Счет у нас по-прежнему остается 7-6 в пользу Sweet Dreams. Экс. Не успел отдать. Джей-Джей его опередил. Купин возвращает в центр поля, но Абита Арчиха отдает передачу. Ой, Карлос мог забивать. Не получается. Джей-Джей поднимает, отдает на Карлоса. Карлос. Карлос сразу же поднял и ударил, но Купин на месте. Красивейшая игра от обоих команд на самом-то деле. Джей-Джей поднимает, прокидывает на Карлоса. Купин против Карлоса. Карлос проигрывает борьбу, но вот идет продавку. Абита Арчиха не достает до мяча. 3 минуты еще играть второго золотого тайма. И Ревайвал пока что в атаке в надежде отыграться. Абита Арчиха. Джей-Джей попытался дать между двух, не получилось, но все-таки передача сейчас доходит до Карлоса. Карлос попытался отдать на Абиту слишком долго, Экс прочитал эту передачу, и сейчас Экс уже идет в продавку, но Карлос успевает сзади накрыть мистера Экса. Купин, кидает, Джей-Джей прочитал мяч у Карлоса, Карлос поднял на Абчиху. Но неточные передачи. Очень узко играет Ревайвал в таких ситуациях. Из-за этого очень легко ошибиться. Джей-Джей на Карлоса. Карлос. Карлос бьет. Апчиха пытался добить, но Купин на месте. Купин сейчас просто выручает свою команду. И идут вдвоем. Карлос с Абитой пошли вдвоем в продавку, но... Не получилось им продавить Купина. И сейчас уже Ламборджини с мистером Эксом у нас пытаются
начать атаку Sweet Dreams, но JJ возвращает мяч в центр поля. Обита Пчиха не смог обыграть Купина. Минута 33 остается до конца матча. Карлос не смог обыграть Купина, пытался его на ложных замахах убрать, но не вышло. Обита Пчиха, скидка на JJ, тут на Карлоса. Карлос не достает до мяча. 1 минута 15 секунд играть. 7-6 счет. Экс прокидывает. Нет, не прокидывает. По борту проигрывает борт JJ. И Карлос. Карлос с обитой Пчихой пошли давить. И это 7-7 у нас. 7-7 у нас. И какая сразу же ошибка. И Ламборджини обязан забивать. И 8-7 у нас счет. Грубая ошибка JJ и команды Revival. Счет у нас не успели. Вот так много усилий приложила команда Revival, чтобы сравнять счет. И в итоге так быстро пропустила. И Купин забивает красивейший гол. Это 9-7. 9-7 и... 40 секунд у нас до конца матча. Пчиха попытался отдать передачу на... Ой, и сейчас Карлос может забивать. 9-8 у нас счет. 9-8, 30 секунд у нас до конца матча. Sweet Dreams ведет. Это очень интересный матч. 25 секунд, чтобы сравнять счет у Revival. Не получается продавить Экса, мяч в центре поля. JJ не смог прокинуть через Ламборджини. Ламборджини переводит в атаку. Ой, 10-8 у нас. 10-8 у нас счет в матче. Похоже, это конец. Но вот сейчас еще, возможно, Карлос мог забить. Но нет, сейчас уже Купин очень красиво обыграл. И спасибо, пишут друг друга команды.